Мы часто думаем о смерти лишь с физической ее стороны. То есть мы скорее думаем о физической смерти. Забывая о том, что наше тело – это всего-навсего лишь вместилище для нашей души. Я частный детектив в прошлом. Я закрыл уже частное свое агентство и больше не желаю копаться в чужих душевных проблемах. Так вот, я хочу рассказать вам одну историю, удивительную историю любви Тагира и Наркес. И тогда вы, возможно, поймете, почему я больше не желаю заниматься частным сыском. И почему я закрыл свое дело. Простите, можно? Входите. Присаживайтесь. Случилась вся эта история в Архиерейке. В нашем городе Уфа, на берегу река Белая. Вы знаете, в свое время был такой гениальный режиссер, да? Альфред Хичкок. Вот. И основа всех его фильмов была такая, что он как бы до последнего момента никогда не показывал, что произойдет дальше. И вот этим он настолько увлекал зрителей, настолько зритель боялся уже не знал, что дальше происходит, да? И вот такую же вещь мы можем делать на телевидении, понимаете? То есть мы идем, следим. Знаете, за объектом, да? Субъективная камера. Мы ее ставим, да, на машину. То есть на прикладку, да? Вот она движется по городу, да? И мы смотрим. То есть и объект движется, да? Мы видим город, мы видим улицы города. Через все это, да, мы сделаем психологический срез вот нашего современного общества, понимаете? Это, я думаю, что вот на современном этапе, да, развития нашего общества. Это очень. Кто? Ты такой. Короче, если вот эту передачу снять, да, то мы сможем вот простым людям, да, показать, как живут простые люди сами. То есть это какая-то некая слежка. Подожди. А вообще кто ты? Я... Откуда ты? Бадамшин, я частный детектив. Вы режиссер. Вот, и... придумал такую идею. Короче, отнесите ваш сценарий нашему редактору. Если нам будет это интересно, то мы с вами свяжемся. Спасибо. Я обязательно отнесусь. Я убежден, что он это самое, как бы. Я просто в этом уверен. Спасибо. До свидания. Многие мальчишки, наверное, мечтают стать частными детективами. И как великий Шерлок Холмс распутывать самые сложные клубки преступления. Понимаешь? Извините, но мы слышали. Ножки срисовал. И песенки поют. А мы пойдем на север. Вот мама чего. Там мама-то беспокоится. Бадамшин, по большей части, занимался не бандитами, убийцами и всякой там нехорошей людьми. Он был просто частный детектив и разбирался в обычных бытовых дрязгах и катаклизмах. Надо сказать, очень хорошо разбирался. Лучше всех в нашем городе прекрасном и всеми любимом. Это очень красивый город, город Уфа. Приезжайте к нам. И сами увидите, что я говорю правду. Ну, а наш Бадамшин, желая заработать много деньги, пустился в новые приключения. Бадамшин – это фамилия нашего частного детектива. Я люблю тебя, Наркенша! Я тебя люблю! Наркаска, я люблю тебя! Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я забыла!
Смотри, вон там дом разрушен. Вон, красный. Там палки, деревяшки. Как ты думаешь, люди умирают, куда они попадают? А? Вот люди умирают, потом что с ними происходит? Ну, они на небеса попадают. А может, вот по той дороге они в небеса идут? А? Может, по той дороге они в небеса идут, да? Нет. Почему? Да потому что. А вдруг эта дорога открылась, она сейчас закроется? Нет, потому что... Нет, ты понимаешь, вот трамава моя идет, да? Да вот, лежа... например, лежат вот же там, под землей же их копают, да, да. Людей? Да. Вот, и их тело на небо. Душа. Да, душа. А скелеты остаются. Ну, скелеты никому не нужны? Конечно, нет. Родные же должны куда-то приходить, на могилу, да, к цветы класть. Может, вот на самом деле душа вот по этой тропинке идет к небу? Солнце. Слушай, у тебя вот всегда вот. Тебе не нравится, да? Убери. Нравится? Просто мне кажется, что тебе это, как его, нехорошо видно. Неркес часто ходил в свой родной детский дом. Там она подружился с девочкой по имени Карина. Они часто гуляли вместе. Неркес всегда мечтал иметь такой маленькой и умной сестренка. Трудовая книга полная, грамота, благодарность, поселение, аллея слава, доска почета, уборочный, ГАИ, техосмотр, у меня все постоянно. Вот так. У меня, если поднимешь трудовую книгу, удивишься, столько лет я проработал. А мне начальник говорит, десятер, береги эту машину, уйдешь с этой машины на пенсию вместе, уйдешь. Я не верил, а вот подошел срок 60 лет пенсии, он мне давай оформляет. 50-го года я начал водителем работать и ушел на пенсию, вот сейчас с коллег хожу. Ноги не ходят, руки не ходят, вот у меня, я коллег сейчас стал. Я сейчас работаю в охране. Вот театр в охране работаю. Я детям помогать должен. У меня дети есть. Вот ради них я и хожу, работаю. А мне пенсии вот так хватит. Ошибка у человека всегда бывает. Ошибка. Лошадь с трех ножки и то спотыкается, падает. И человек может также падать. Так, всяко бывает. Мы же ему друзья, мы же нам вот, должны сказать, как вот, поэтому, так что давай. Да. А то он пропал, а пришел. Да, значит, да, давай. Он больше не пропадал. Вот смотрите. Чтобы он не пропадал. Да. В дальнейшем. Опа, дальнейшем. Так что смотри, вот так чтобы вот. Это люди, вот. Люди смотрели. Чтобы было нормально. И видели совсем другую то, что. Всякое. За удачу не пьют. Да. Можно. Да. Бахаем. Бахаем. Ребята, ну хватит пьянствовать. Кто ты? Кто ты? Кильки. Вот. Эзе. Вот киль утром, да. Сей сервис. Эзе. Это у нас сервис. Все. Дети. Еще то осталось. Еще. Вчера пить нельзя, пьян прекращать. Все, что это такое? Дядя Саша, Тагыр и Неркыз жили счастливо. Много лет назад дядя Саша удочерил Неркыз. А потом, когда Неркыз и Тагыр встретился и полюбил друг друга, они все вместе сыграли свадьбу и зажили еще более сильно счастливо. Не зная, конечно, ни бед, ни горестей. Конечно, иногда не хватало денег,
Но это разве ж беда? Все были живы, здоровы, все работали, из голода никто не умирал. Бадамшин должен был просто следить за НРКС и докладывать богачу по имени Батхан все, что происходит с ней и как она живет, что он исправно делал. Наркескин, ты меня отвлекаешь немножко? Ну, какой сон? Да даже холодный. Она еще мокрая. Смотри, след у самолета какой. На заре. Они из Америки. Да ты шутишь. Друзья Тагира, Кейт и Джон на самом деле были русские, Катя и Женя, а не какие-то там американцы. Они всегда приезжали в гости к Тагиру и НРКС. Просто они уехали туда, в Америку, а теперь грустили о родине. Знаешь, мы вместе работаем, понимаешь, нет? Мы вместе делаем передачи. И, пожалуйста, лично жизнь. Я ухожу на работу, да. И 6 ухожу, да? Да. Я в это время на работе, правильно? Да. Вот это тебя касается. Да. Потому что ты мой партнер карьеры, да? Да. А все остальное тебя совершенно не касается. Если с тобой что-нибудь случится, что? Допустим, да? Что со мной случится? Вот с 9 до 6, что со мной случается, все касается. А что вот после 6, это совершенно тебя касается. Будет разбираться кто угодно, но не так, ясно? И никогда больше не называй его пьяницей. Стас! Булка, чуть дальше. Чего хуй? Будешь меня бить? Тебе как хуй давать? Чай попить. Вот смотри, что ты сделал. Пойдем бухать лучше. Чай потом давай что. Посмотри на себя, иди отряхнись. Но случилось так, что Тагир начал поддавать. И не случайно. Как будто змей-искуситель вселился в наркоз. Случилась беда. Конечно, женщина — это огонь. Кто с этим спорит?
Борин Аркес. Да у Тагира-то басла кончилось. Не жужжит, не звенит. Листва. Осенью шушит. Пакет. Целлофаны тоже шушит. Бумага. Газета. Ты это к чему клонишь-то? Да ни к чему ты клонишь, про шуршание предметов. Дай бубу. На, держи. Стаканчик. В облаке. Ну че, ребята, очумели тут все? Сначала какой-то хрен дарит ей коттедж. Затем второй хрен дарит ей джип. Осталось третьему хрену подарить ей самолет. А я тогда кто? Я-то кто тогда? Да вы что, охренели тут все? Вобла, вобла. Вам, по-моему, ничего больше в жизни не надо, кроме воблы. Наркес кто-то анонимно начал дарить подарки. И не простые, а очень дорогие. А знаете что? Во всех писаниях говорится, что деньги давали под проценты. Страшно. Мы не сможем. Смотри.
столько не живут. 20. Правильно? А чё надо-то? А хочешь до 21 дожить? Пиво пили? Водку уже достала. Давай толчка коньяком бахнем, а? Может, коньячком побаловаемся? Ну так что, господа, водочку или коньяк? Слушай, давай, а? И того, и другого. Два, три, так, так, пыль, пыль, а, по 2 литра. О, белого айса. Пацаны, вы в Гелке не сходили? Ага. Они первый там привезли? Ага. Вот девушка. Вот, вот девушка, она была вот, рядом стояла. Вот она девушка, вот. Да? Что случилось? Что взорвалось, да? Ближе к светофору ставим, чтобы зеленый свет. Человек жить хочет, а мы денег хотим. Бабе! Пакет расправь крылышками. Кассу. Водки возьми, водки. Какую водку? Иди отсюда, блядь, водки. Кассу снимаем вот этот пакетик, дырочка. Денежка, девушка, вот этот пакетик, без лишних движений. И поаккуратнее, поаккуратнее. Это ограбление. Ясно? Подари мне слона. Подари мне слона. Слона? Все говорят слона, ты подари мне слона. Ладно. Все говорят ладно, ты подари мне слона. Настоящий. Все говорят настоящий, ты хорошо. Все говорят ладно, подари мне слона. Иди по паста. Быстро! Какие водочки возьми себе. Возьми, возьми, возьми. Мы пока с мадам. Танец танцуем. Любопытный. А может, он не любопытный. Быстрее! Тихо, тихо, тихо. Тагир, Стасик, Дэн и Джуниор, они все совсем не бандиты. И ограбить магазин не смогли. Тем более, что в это дело вмешался сама любовь. Стасику очень понравилась продавщица Клава, и решил он за ней приударить. Мадам Шинтовец, правду говорил, у меня это оказывается. Вот муж, ролик. Не знаешь, чем ответить? А ты напряги свои гениальные мозги. Пошевели ими, если еще в состоянии, а? Да уже не в состоянии? А, пропился! Ну, а ты же разгений! У тебя же все, вот, вот на все всегда есть ответ. А? Мы же все куда-то бежим, торопимся, суетимся. А ты? Ты у нас гений. Гений-наблюдатель. Ты все видишь. Все за всеми примечаешь. Тебе даже побриться ведь в лоб. Ну ты посмотри на себя, а? Нет, ты на кого похож? Ты ведь на бомжа похож. Мне даже стыдно с друзьями домой приходить. И знаешь что? Носки и трусы стирать сам. Хватит с меня остального. Тагир, неужели тебе не стыдно? Что будет делать, а? Ведь все было так хорошо. Все было прекрасно. Куда все делось? Ты же хороший музыкант. Захочешь, и все у тебя получается. У тебя была своя группа. У тебя было все.
все. Ты будешь счастлива теперь. Что? У тебя же есть друзья? Собутыльники? Нет, ты гирочка. Все. Ты полный отстой. И никому ты не нужен со своей дурацкой философией. И вы все полный отстой. Стадо недотеп и иждивен. Да-да, именно так. Ну посмотрите на него. Иди ты и кого ты из себя, значит, строит. Ты, Кирыч, ну кого ты строишь, ты все свои, а? Вот, друзья твои, значит, я. А что на меня вылупился, а? Да, а что ты на меня смотришь так, верни? Ты же вот как-то сидел, так и сидел, а? Раз ты вот как галах обстрел, так и будь галах. Я сейчас с тобой разговариваю, я с Кирой Джоном разговариваю, а ты вот сиди, смотри в свою новость, пусть сиди. Чухон, старый. Танцы все теперь растет трава, но она тебе не нужна. Все не так, и все не так. Конечно, как вы уже знаете, Тагир, Дэн и Джуниор не бандиты. Бабай, конечно, тоже не бандит. Он просто театр охраняет, и автоматы он взял на прокат у себя в театре. Очень хороший человек. В самом деле, она всегда много работает. На телевидении, рисует картины. Она ведь художник. А денег все нет и нет. Поэтому-то она и продал свой джип Субару. Ну, тот, который подарили. На эти деньги она купила наш обычный УАЗик. Исключительно повышенной проходимости. Ну, а на оставшиеся деньги она решила сделать в доме немножко ремонт.
постоянно напоминает Христос об этом. Душа дороже всего. Не отдаст ли человек за душу свою всего, что он имеет? Сам факт воскресения Христова говорит нам о том, к чему призван человек, к чему он призван. Напротив, Антихрист привлекает взор человека исключительно только к земным, так называемым, ценностям. Только и больше ничего. И это наступит. Это наступит. Уже наступает. Вы видите, уже мы приближаемся. В чем была ошибка древних многих христиан? В чем была ошибка у нас на Руси даже, когда они перестали высчитывать Пасхалию и так далее? Они смотрели только на свое вот это маленькое пространство русского государства. В чем ошибались другие народы? Они смотрели только на эти маленькие регионы. А оказывается, напротив, то, что нас ожидает, будет носить всемирный характер. Пройдут тысячелетия, будут жить другие люди, но все они будут жить только благодаря любви и для любви. Так всегда думал Тагир. Он любил Неркас, души в ней не чаял. Он доверял Неркас, но откуда эти подарки, тем более анонимно? Поэтому-то он и пил. Он не мог обвинять и обижать Неркас. И никогда не говорил с ней о подарках, тем более, что Неркес сама считала, что все это подарки судьбы. Что? Не ждали? Как только родился, она сразу попала в детдом, и до 7 лет у нее не было ни папа, ни мама. Это потом уже ее удочерил дядя Саша, человек добрейшей души и одинокой. Какой праздник? Что это такое? А где мои книги? Где мои книги? На улице. Они на улице должны стоять. Где они должны быть? Где они были? На улице холодно. Книги, по-твоему, любят холод? Нет. Может, холодильник взять для книг и туда их поместить? Или перенесем их сейчас, и под снегом они будут? Место выбрали, значит, для книг новое. Так получается? Thank you.
случилось? Мы с вами раньше встречались? Нет. Может, на выставке? Я не помню. Ну ладно. Возьмите. Здравствуйте, Радио Максимум. Меня зовут Наташа. Я очень люблю группу «Полюса». Хочу, чтобы она была в рубрике «Субтитры». No clubbing, no jogging, no smoking, no fucking, no Санкт-Петербург, no Москва, nothing, nothing. Спутник FM. Музыка для жизни. Пушистые. Маленькие. Пушистые. Подари мне слова. Подари мне слова. Подари мне слова. Слова? Тебе вот в голову не входит, да? Нет, ты издеваешься, что ли, надо мной сидишь? Ты опять по-моему, вот так... издеваешься ты надо мной. Ни с того ни с сего начинаешь выговаривать какие-то вещи, о которых уже давно забыл. Я ничего не забыла. Такие вещи не забываются и не прощаются. Знаешь... Наступит момент, тебе будет очень плохо. И тебе кто-то нужен будет. И тогда ко мне, пожалуйста, не подходи, ладно? Я прикасаюсь к этому. Да, конечно. Эта вещь, конечно, важнее меня, правда? Вот ты эта вещь важнее меня, да? Что это такое? А что это такое? Нет, просто вот эта вещь важнее меня, да? Скажи да. Вот. Да. Человек, который не отвечает за свои поступки и слова. Если я говорю, я приеду, значит я приезжаю. Я сказал, через день приеду, или я позвоню, понимаешь? Телефон существует на сети, чтобы звонить и говорить. Извини, у меня обстоятельства. Я не могу приехать. А я, значит, четырьмя глазами сижу около окна и тебя жду, да? Булочки приколачиваю твои книги, чтобы тебе приятно сделать. А тебе это еще не нравится. Ты еще приходишь бухой и все горшки об стену вот так кидаешь, да? Тагир не понимал, как ему дальше жить, и он решил уйти. Конечно, ему было грустно, но иногда настоящий мужчина должен сделать настоящий мужеский поступок. Только так он может жить на земле, достойно и честно, по-мужески. Он думал, что с другим мужчиной НРКС будет лучше. Возможно, он ошибался,
но он хотел для Наркес только счастья. This is the end, my only friend, the end of our love at last, the end. А в голове Бадамшина зрели всякие мысли. Но ни один из них не отвечал на самый главный вопрос. Зачем Бадхану нужно все знать НРКС? Он ночами не спал. Все следил за ними и следил, и все думал. Бадамшин решил выяснить, кто же такой сам Бадхан и какой может быть у него интерес к НРКС. Сегодня присутствует в наших храмах, явственно присутствует в таинствах, ей ничто не мешает принять крещение. В отношении, можно ли, вопроса, можно ли быть православным и при этом не поклоняться иконам, я бы посоветовал такой подход. Надо понять саму суть нашего поклонения иконам. Мы иконам не поклоняемся, мы поклоняемся тому, кто на них изображен. И с этими мыслями православный человек подходит и лобызает иконы. Точно так же, как мы целуем изображения наших близких, родных, тем самым показывая свою любовь, свое благоговение перед тем, кто изображен. Наган. А, Стас, открой, пожалуйста, рыбу. Подайте ножик. Что, а дай, я лишь белую. Давай белую. Раз, два, три, четыре. И белая. Четыре. Надо еще два стакана. Вот один стакан. Ой, моя, какая ты хорошая. Не. Эй, бабода ты мой. А ты что, весь красный? Я же напился. А у вас Колорадо лисы есть? Есть. Лисы? Есть. Колорадо, у вас только там жуки есть. Какие там лисы? У нас есть все. Нету там у вас ничего. Да. Помнишь, какие у него светлые глаза были? Да. Понимаешь, вот ночью уже лежишь, да, ну, после всего, и вот каждый вздох и спрашиваешь, что ты думаешь. И говоришь мысли друг другу. А он не говорит. Он так изменился, он, понимаешь, он таким чужим стал. Давай спать. Нет, 31-е. Надо развлекаться. Пойдем. Давай, пойдем. Фу, это готово, дрянь. Самовар приехал, быстренько готовим штуку. Где эта штука из самовара? People пришел. Crazy people. Нет, надо штуку эту. Подожди. Я уже не знаю. Можно мне? Ставьте. Ждите, железное должно быть. Сюда, ставь. Да, у нас нету, да? Сюда, ставь. Ну так пахнет.
да. Дядя Колин? Нет, нет. Смотри, дядя! Нет, надо идти. Нормально. У нас в Америке вот. Как люди. У нас в Америке на чисто русском языке. Вы с кем связали тут алкоголик и связались? Стаканчики вот где-то были, давайте их пойдем. Вот чего в Америке нет, так это советского шампанского. Там есть французское шампанское. Это не твое пиво. Это французское шампанское. Кислая гадость. Ребят, я эту штуку нашла, чтобы стаканчики ставить. Давайте свои тоже. Они не должны упасть. Давайте за дружбу Америки и России. Налетчиком ходил? Да. Налетчиком. Давайте сначала выпьем. Филадельфия Флайерс. А на Слава Пилаев ходил? Слава Пилаев — это наша хоккейная команда. Круче. Илаев или летчики? Летчики круче, летчики круче. Илаев круче. Наркас, представляешь, да. Там все вывески на английском, там все на английском, там нету нашего русского, ничего. Там были два брата, один красный, другой звездно-полосатый. Красный немного умер, но да. Он немного типа растерялся, типа да. Я не про дела. И звездно-полосатый вообще офигел, что это такое? Ты что там бубнишь? Давайте за дружбу народов выпьем, а? Давайте за дружбу народов! Да. Янки, go home потом! Я вообще никогда не играл в боулинг. А где чё? У меня шаров своих нету. Мы по-любому не поем. Ребят, мы в лапту играли еще, знаешь, в каком веке? А ты нас на боулинг тащишь. Боулинг, не будет такого, чтобы мы на боулинг поем? Ёлочки, холодно зимой. Ох, хотите водку? А что Новый год еще делать? А знаете? О чем? Они все, конечно, были для Неркес и Тагира большие друзья. И никак не могли понимать, что два человека любят друг друга. А Новый год встречают где попало. Не вместе. Это было как-то очень неграмотно. Ради бога! Пошли! Дети! Ради бога! Да что ты, Стас? Я не пойду! Стас, погнали! Нет! Все! Я тебе покажу, какой полный! Все нормально, Даяна! Сейчас наплескаемся!
Стас, давай, поднимайся. Стас! Идите нафиг вообще, все дураки. Козлы. Ненавижу! Траву забей. Все, сейчас тебе все забьем. Сейчас мы тебя забьем, я посплю лучше. Хорош. Днем трубы, краны. Вечером какое-то малярство идет уже третий день. Что-то не оставишь, что ли? Тагир где? В Караганде. Нога? Уехал. Гастрольные функции, что какие-то исполняют? Да, верно. С группы или как? Или как? За это, гастроли, блин. Даян, ты слышишь, что она говорит, или как? А? Да знаете, блин, гастроли. Что-то тут темно. А что это вас так интересует-то? Вы, наверное... Тебя интересуется, Сесик? Это тебя интересует? Слушай, а чем вот это происходит? Не, ну я полы крашу, что, зря, что ли? Я не понял. Стас, чем вот это происходит? Я в доме Тагира это крашу. Дайте мне маленькую тряпочку, а? Тряпочку, да. Тряпочку. Не, где моя тряпочка? Не, все нормально, все. Мы тут, отец. Потому что у нас он не ездил в Казань. Ну и? А на той неделе он обещал ящик. На обещанное ты заложит. Подожди. Впереди. Батхан приехал к Наркес один, оставив молодую жену дома. Она не хотела от него детей. Ее интересовали только его деньги. И именно поэтому все подарки Батхан дарил анонимно, и именно поэтому нанял Батхан Бадамшина. Зачем он вам нужен? Пусть позвонит мне. Наркес, я хотел тебе подарить один подарок. Небольшой. Что это? Я частный детектив. Я не совсем тот человек, за кого я себя выдавал. Случилось так, что Бадамшин выяснил все об Атхане и решил все исправить. Он решил рассказать
все наркоз. Послушай, хорошо? Короче, меня нанял твой настоящий отец. Да, у тебя есть отец. Есть. Он просто бросил вас. Тебя еще тогда не было. Твою мать. Твою маму. И женился на другой. Ради своей карьеры. Теперь он очень богатый человек. Он очень богатый человек. И на Субару, и катаешься, это все он подарил. Да разве дело в этом? Просто у меня первый раз в жизни случилось такое, что я следил за нормальной семьей, в которой все было хорошо. Я могу найти Тагира, допустим, я могу его объяснить ему, что это... что как все на самом деле было. Знаешь что? Тагир вернулся в свой дом в Архиерейке. Так оно и должно было случиться. Потому как люди, любящие друг друга, должны быть вместе навсегда. Говорят, что они до сих пор живут вместе и счастливо на берегу реки Белая в городе Уфа. Бивни, бивни! Сегодня теплее, чем вчера. Ты про сон говорила. Что там где? У меня все есть. У меня есть свой отец. И у меня есть своя семья. У меня все хорошо. Да. И... все хорошо. А нам вы не нужны. А вы, конечно, мой отец биологический. Но у меня есть своя семья уже, свой муж, свой ребенок и свой отец настоящий. А у вас своя семья. И не надо больше дарить мне всякие вещи, вообще вмешиваться в мою жизнь и оставьте меня в покое. Батан Александрович. И занимайтесь своим делом. Делайте деньги. А меня не трогайте. И у меня девочка, кстати, где-то дома. Как и я. А вы бы смогли взять? Девочку из детдома. Я думаю, что нет. Около пня того ходит волк зубатый, у него на зубах весь скот рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки, расплавь пули, измочай дубины, притупи ножи. Напусти страх на зверя и на человека, чтобы они волка серого не брали, да серой шкуры вы с него не драли. Живут
дружок Фома, жалкий выродок, сын троих отцов, до пяти сирен бледной поросли, светлым образом, а под куполом грязным пугалом. Выйди, милая, под его окно в клятом саване, прокажу.